посмотреть, как вот завод функционирует, уже рядом с населением рынком, несмотря на то, что соглашение у нас предусматривает строительство в первую очередь на выпуск 2 миллиона тонн. Ну, почти вы достигли, да? Все-таки достигли, Вот, мы хотели бы, конечно, поговорить о строительстве второй очереди. Построенное предприятие, оно несет новые технологии, более современные, более качественные и, соответственно, более глубокие объемы работы. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы не останавливались на этом этапе переработки. Давайте засыпали с дороги землю и заложили их, закрепили. Когда вода пошла, они же качаются, они их закрепили вот эти. Плиты. Так что этот мост ненадежный. Ребята, надо проверять работу, потому что там поди миллионы уложили. Меня зовут Галина Алексеевна Комиссарова. Вот тут Галина Алексеевна говорит совершенно понятные, четкие вещи, да? Что, так сказать, качество выполняемых работ, оно не соответствует. Нет, ну они принимали, вот я хочу просто проверить. Протокол тогда. Проведем независимую экспертизу и посмотрим, что даст нам независимая экспертиза и обязательно с привлечением жителей. А сейчас базар опять закрывается, один раз закрыли, теперь опять закрываются. Представляете, для того, чтобы купить носки, нужно съездить в Алексины. Предлагаю базар оставить, надо для нас. В соответствии с решением комитета по предпринимательству, в нерабочие дни ярмарки закрыты не только на территории рабочего поселка Новогорский, но и везде по Тульской области. Поэтому, да. И разрешены только в субботу и в воскресенье, в праздничные дни. Вот, а все жители, они привыкли все время получать этот товар только в среду, потому что по другим дням, выходным, эти предприниматели выезжают в другие муниципальные образования. Есть федеральный закон Российской Федерации, в соответствии с которым открытые вещевые рынки запрещены. Значит, соответственно, да, были сроки для проведения, для того, чтобы, так сказать, муниципальные образования могли в своих муниципальных образованиях построить нормальный крытый павильон. Значит, вот, Василий Федорович, это вопрос ваш. Это вы, ваша задача построить крытый павильон, где люди могли бы брать в аренду места за небольшие деньги и спокойно могли бы торговать. Речь идет об этом. Поэтому, маршалка, ты на нас не перекидывай свои вопросы. Ты за это... Зарплата какая у тебя среднемесячная? Ну-ка в слайдик верните, там он... 69 тысяч. Ну, просто это вопрос того, что ты должен отрабатывать свои деньги, понимаешь? Проект есть... Проекта нет. Ну, значит, надо разработать проект. Значит, срок до 1 мая маршалка подготовить проект на Тулцемент. Вот посмотрите, поговорите с ними. И так, небольшой павильон надо сделать. В Тульской области, с одной стороны, близость к Москве это плюс, а с другой стороны, это большой минус. Много сделали. Поверьте мне, мы в этом году запланировали огромный объем работ по дорогам. Но все равно этого мало. Для того, чтобы привести все наши дороги в порядок, нам нужно денег, ну, минимум раз в 8 больше, чем у нас есть. Но все равно мы будем этой работой заниматься каждый год. Планы у нас, все мы четко планы, которые были запланированы по 2013 году, мы их эти планы выполнили. Сейчас вот перед своими сотрудниками, потому что я называю все равно, мы все общие, да, то есть для вас, что муниципальная, что государственная власть субъекта, все одинаково. Мы все работаем на то, чтобы, так сказать, жизнь стала лучше и комфортнее. Но я очень надеюсь на вашу поддержку, на ваше понимание и, конечно же, на ваше терпение. Но уверен, что вот, подобные встречи, они нас, ну, они, скажем так, они корректируют в том числе и нашу деятельность. И я вам обещаю, что в этом году мы еще раз обязательно встретимся для того, чтобы провести промежуточные
итоги 2014 года и подготовиться по планам на 2015 год. И еще в завершение. Василий Федорович, ни слова не сказали о народном бюджете. Сколько у нас проектов по народному бюджету в этом году прошло? На сегодняшний день мы запланировали только один народный бюджет. Проект – это детский городок на сумму 2 миллиона рублей. Я вот просто очень хочу, чтобы вы сейчас, проводя собрание жителей по многоквартирным домам, когда вы будете обсуждать фонд капитального ремонта многоквартирных домов, чтобы вы рассказывали о народном бюджете, чтобы люди тоже знали тех возможностей, которые есть у области, в решении тех вопросов, которые есть. Всем хорошего, доброго вечера и до встречи. Пойдемте в холл.